Для себя следует отметить, что чебуреки – это очень простое и быстрое в приготовлении блюда. Берем 3 стакана просеянной муки, 1 стакан горячей воды. Заливаем. Берем чайную ложку соли. И начинаем замешивать. Добавляю немножко растительного масла. Не следует увлекаться маслом, потому что тесто будет жирным и невкусным. Ну, я думаю, вот такой консистенции тесто будет уже хорошим. Теперь накрываю плотной крышкой и оставляю выстаиваться где-то минут 20-30. Хорошее тесто для чебурека – это только половина дела. Вторым важным моментом в приготовлении чебурека, является начинка. Хорошая начинка не определяется количеством мяса. Мясо здесь, ну, не совсем главное. Здесь не работает принцип, чем больше мяса, тем вкуснее чебурек. Нет, отнюдь нет. Основой хорошего чебурека является наличие лука. Лука в начинке должно быть много, ну практически почти столько же, сколько мясного фарша. Ни в коем случае лук не измельчайте на мясорубке. Лук должен нарезаться вручную. Вручную или на комбайне. Мелкими-мелкими кусочками. Такими мелкими, насколько это возможно нарезать вручную. Лук нарезанный, теперь нужно посолить. По желанию, перец черный молотый. Добавляю воды и тщательно размешиваю. Вода – это очень ответственный компонент. Нужно так перемешать, чтобы начинка была однородной и жидкой. Жидкой, умеренно жидкой. Консистенция, ну как бы, магазинной сметаны. Ну, еще чуть-чуть. О, приближаемся к нужной кондиции. Добавляя воду, очень важно поймать тот момент, чтобы вот эта начинка не расплывалась как бы самостоятельно. Нужно выбрать ту консистенцию, чтобы вода из начинки не вытекала, но в то же время она была максимально жидкой. Это залог того, что чебурек будет сочным. Очень сочным. Ну вот это, наверное, все. То, что надо. Вот смотрите внимательно. Вот она форму держит, вода из начинки не течет. Но между тем она жидкая-жидкая. Из такой начинки котлетку уже не слепишь. Получилось вот такое у нас эластичное тесто. Сейчас я из него сделаю такую вот колбаску. И поделаю заготовки на чебуреке. Нужно разделить его на части, ну примерно так, чтобы каждая часть была размером чуть меньше среднего яйца. Вот такие вот. Части. Thank you.
накрываю шарики, чтобы не пересыхали. Вот так вот, чтобы ветром не сдуло. Беру ложку начинки. Так. И вот скалочкой вот так вот закатываю края. Надо ответственно относиться к закатыванию, потому что жидкая начинка не должна остаться в середине. И обрезаю вот так вот тарелочкой. И делаю контрольный выстрел. Вот так вот вилочкой дополнительно склеиваю, продавливаю. Ребята, и самый вкусный чебурек, это горячий чебурек, только со сковородки, вот покуда он обжигает, покуда вот этот кипящий сок обжигает во рту, все. Вот самый он тогда самый вкусный, самый приятный, и ради этого стоит жить, ради этого стоит готовить это чудесное блюдо. Вот обратите внимание, какие они воздушные, какие они пупырчатые, какие слоеные такое тесто, какой приятный цвет. И уверяю вас, не менее приятный вкус. Готовьте, дерзайте, у вас все получится. Будьте со мной, будьте на моем канале. Подписывайтесь, присылайте свои рецепты, свои отзывы, свои отклики, комментарии. И я с вами, вы со мной. Будем жить вкусно. Лайк. Like.